своеобразное. Мы, может быть... Ну там сладкое. Где? Вот. Here, I can take it for both. Ну, у кого тяжелый, нам вот сюда. О, венцов. На, тыкай это. Так, все. Все, мы взяли. У нас Memorial Day tomorrow. И мы будем праздновать сегодня. Ага. Хорошая погода. Маша, сюда посмотри. Да. Давайте, снимаете камеры. Да. Это не наши, никто не знает. No. No. No one drives before. Да. Вот. Так. Here, I'm gonna go help. А что там? Вам помочь? Please. Okay. Please. Правильно. Дуся, прыгай в машину и бегом. No, уезжай. I'm gonna go to jail. Да, давай. Свадьба. Ой, it's hot. Сейчас бабушка будет в шоке. От радости. А кини нету еще. Виноград. Ой, да. Что там загорается? Что, арбуз? Что, давай в воду или все в хату? Вон, в этот. Под этот. Арбуз в холодильник. О. Деда! Сюда, положи его. На ниту. Это все холодильник? Сюда поставим. Вот. Дед трудится, трудится, гляньте. На старом, слышишь? Ага. Привет. Думал, ты обкатаешься. Да, да, да. Обкатываю. Мне кажется, вот сюда надо, вот сюда надо ставить. Там жарко. Там жарко. Да, па. Знаешь что? Па, стол придется сюда ставить, под дерево. Вот, глянь, тень, глянь, какая тень хорошая здесь. А там солнце, там открытое солнце, па. Мы сейчас давай перенесем, сейчас пошли. Привет, па. Дедушка. Привет. Поту, лянь какой. Привет. Паша, ну, ой. Бля, мясо. Ой, Танися, ой, не спеши, не успеешь. Успеешь. Там еще треба. Маркон, привет, Станин. Ты умеешь варить? Я говорю, варить, жарить. Шашлыки. Батя тебя учит, нет? Ну, плохо. Он только есть научился их. Ты мужчина, ты должен мне делать. Бери шампура, и там еще мясо есть. Да? Давай, на низу. О, Господи. По 6 штук, только все. По 6 кусочков. Ага. А я тут сейчас. Тут, Марк, положи. Миша. Ага. О, гля, девки. Воду дают. А он пройдет там. Как, мы вот здесь поставим или вот сюда? Вот так вот. Вот так, да? Вот так. Не-не-не, Паша, так не пойдет. А как? Вот сюда, вот так вот так. Да. Все, да? Чуть-чуть правее, правее, бо там сильно, там бугор, там бугор. Тут не присесть. А ну и тут можно, гля, его поставить прямо. Я почему, что он будет поворачиваться, солнце. А, ну да, хорошо. О, нормально. Теперь это все остальное не сидит. О, Дианка, привет. Ай, деда. Загорела я, гля. Да? У тебя какой-то шашлыка пахнет, горела. Девочки, а придется стол вот туда поставить. Здесь яма. Марик, Марик, дальше чуть-чуть. Ксюш, тут бугор. Ага. Да. Вот так. Ага. А ну, Дуська, помоги мне. Вот. О, знаешь, я. Какие красивые. Что? Я какие. А, детки. Ага. Ага. Наверное, с Судана. Ага. Черненькие. Кто? Так. А, ну еще он стал. А, там лавочка есть, да. А мы тогда можно на конец посмотреть лавочку.
Ну да, вот так и в сумку сюда. Вот. Если что, там еще можно сумку поставить. Вот, я тебе, вот эту ветку надо уже срезать. Уже все. Осенью тогда срезать. Она уже все, вот это уже все. А это хорошо, верхняя. Хороший дуб вот это. Нам такой надо посадить. Это ж сколько лет ему, папа? 15 лет. Ну вот. 15 лет. Я такой был, да, папа? Где-то надо найти видео где-нибудь, где он маленький еще где-то. Вот эти для ветки надо будет пообрезать. Да, они не нужны уже. У тебя есть эта пила электрическая? Она обычная, ну можно электрическая, да. Поехать и подпилять его хорошо. А гармошка классная. По тарелочке. Да просто это и так, кто хочет солью. Да, да. Можно салата, можно целенькую, как хотите. Да не надо так целенькую положить. Like Mary Marshall. It's open или нет? Marshall open? No, it was last year. It's like I bought it and I never wore it yet. It's my first time wearing it. А куда? Кого? На такую тарелочку. Дайте дитю. Дайте пожалуйста. А в чем она? Ничего не можешь дать дитю. Какому? Ой, переорет. Этим только сколько не давай, им все мало котам этим. Какой весь? Это пока сидим с мамой, да. А он сел возле меня, папа ушел отсюда. Так места нету, да? Он себе грудь поставит, он денег. Где тарелка для редиски? Ух, I know. Ouch. So we decided to move from there to here because it opens probably a lot of sunshine. Yeah, makes sense. There is no grapes right now. So there's more shadow here. Sure. Oh wow. We're sitting here, yeah. Там можешь вот так просто прям ложить на эту, да и все. Хлеба нарезали, нет? Да, нарезали. На стол, да, мне водичку. Лика, привет! Ай, ты мой халёсий! Привет, привет, дёбка! Ай, деда! Ай, деда! Ага. Паш, я камеру, наверное, сюда поставлю, да? Да, ага. Хочешь? Да, я могу там сесть, конечно. О, so nice. I have a straw, though, if you want to get it. Yeah. It'll be easier for her, so she doesn't spill it all over herself. Эй, йоу. Привет. Все, no, yes, Ани, no. Yes. Скажи, хай, деда. Что? Сейчас мы дымком. Скажи, барбекю. Скажи, шашлык. Шашлык? Garlic. Garlic? I thought it was onion. Да он и так дома сидит. This is all vegetable. Пахнет. Лика, классно по травке, да? Походить. Пошли, сейчас будем кушать. Wow.
Nolan, I'm received phone call today about my test. Yeah? COVID, yeah, they said negative. Awesome. Yeah. Finally, yeah. Да, честно, как всегда, хороший. Привет, на солнышке, что ему еще? Да не, это все рано его нет. Не могу я вас угостить вас. Ну, ничего страшного. Лук я нарезал, петрушка есть. Стеф, I'm a negative. They call me today, this morning. No, more, no COVID virus. Yeah. So I said good news. Что, тебе лед? Да. А что вы хотите? А, показывай. Ну давай, да. Вот это, что? Лук, правильно. Вот это что? Гарли. По-русски знаешь, как это называется? Че? А по-английски как? Горчица. Гарли. О, гарли. Чеснок, чеснок. Horse radish, Марк. Это horse radish, Марк. Да, вот это, что мы, что ты этот кушал вчера, как ее? Васаби. Васаби. Дальше без меня. Да. Марик, tomatoes. Я знаю, это tomatoes, да. I got them wrong. I thought those were pepper. This is tomato. Томаты. I got them wrong. Помидоры. Это покажи. Щавель. О, come on. Ну, щавель и у нас есть. Твой же щавель. Все потихоньку только начинает расти. Да, вон петрушечка, да? Петрушка там. Здесь лучок еще тоже у деда. И этот щавель. И рассада вся тут. Перец и помидоры. Let's look around. Деда, а что здесь? А что здесь? Вот это, что это такое? Это лук. Нет. А, вот а это лук, да, это лук. Это помидорчики. Ага. А то перчик. Какой перчик? Перчик такой, я не знаю, он как banana pepper или обычный pepper. Длинный banana pepper. Лика, иди сюда. No, bye-bye. Куда ты собралась? Bye. Bye-bye. No. I'm coming. Ну, давайте, вокруг хаты идите. Вокруг дома идите. Я уже этого научил правильно. Он тоже мне, покажите, как делается. Я его пригласил, мы с ним вместе порезали, замариновали, положили. На второй день он приехал, жарили, чтобы курс сидела. Потому что поедь где-нибудь с девчатами, с хлопцами. Скажи, Марика, я могу сделать шашлык. Раз и утер им носа. Они же американцы не могут делать, я знаю 100%. Шашлычок! Оно, Марик, в жизни все пригодится. Ты когда учился делать в детстве. Оно не сегодня, завтра, через год, через два. Все равно оно будет когда-нибудь проявиться. Вот дед вырастил тоже яблоньку. Маленькая яблонька была такая. Вот он лишь куст розы. И в этой розе яблонька росла. Я оставил ее. А вот там черные жили хлопцы. Пришли, начали бить по яблоне палкой.
Розбили ее, yeah. Я их погнал. Изоляция пошла, она пошла. Run. Уже тебя. Элла. Лия, сядь. Sit right now. Sit down. Я ушла. А кто где сидит будет? Вот так и сидим? Мы хотели тут, потому что как хотите. Вот вам, ага. Садитесь тут. Хорошо, правильно. И дед тут сядет. А мы здесь, да. Здесь французский стол. Да, там английский стол. Да, English French. Russian table. Разделились. Segregation, понимаешь ли, тут. Суржик, да. Суржик. Ты мені це ложиш, так? Да? Спеціально. Ще тише для малого. Ой, такої оно. Ну точно вот так. Так, господа, попробуй. А що это? Це нове, 13% алкоголя пива. Та, это не пиво. Это, наверное, вино какое-то. Ну дай мне, я посмотрю. Индия. Где Аня? Дабл дог. Секрет раскрыть, Сергей. Индия Пейл Эйл. Ой, мамочки родные. 20%, 12%. А мягенькая такое, знаешь. А, ну какая-то, как паленая чуть-чуть такое. Как какая-то травка. Индийская. Они туда свои куркумы свои, наверное, накидали. Молодец. Видишь, как примостила. Я сейчас тут сяду, она закроет все. Пока вы стоите. Я что же закрыла своей мощной спиной. Нет, не хочу. Там я так сидела. А зачем у нее? Мне у всех видно. А то я сяду, утоплюсь туда. Места всем хватает. Да, всем и тебе вот хватит. Вода. Не могу никогда пить. Было в морозилке, да? Да. Ну, наверное, в магазине же было холодненькое. Не знаю. Хватит. Паша. А у меня нету куда. На. Нету куда. Сейчас я дам еще. На, это новый чистый стакан. А мне не нужен. Мне так, половинку. По Марусин поясочек. Все, Сереж, спасибо. Марусин поясочек. У меня есть. Пиво не хочешь? Так, кто? Винишко. Нет, пиво. Кетчуп есть, хлеб есть, мясо есть. Все, давайте. Сибирь. Сладенькая. Так, ну что, ребята, налили всем, есть? Картошку всем насыпали? Там? Нет, конечно, не всем. Там. Все, я вернула. Подай, не спеши, мы еще не готовы никто. Я не спешу. Да. Смотрю, мы же еще... Всех ли есть? Нет, еще не у всех. Сейчас, нет. Еще мне, еще мясо надо. Картошки надо. Паша, вот бери мясо, это же мое лично. А, я ж не знаю, откуда вот это, где чье. Ну, я просто... Сверни вот так половину прям туда ему. Так, рукой помоги. Картошка, да, с чесноком, господа. Все, все. То себе оставляй тоже.
себе оставляйте. Что с чесноком? Картошку. А, и салат с чесноком. Все с чесноком. Да. О, жарко. Сегодня жарко. Его же сейчас сыкло называют. Ящик гарточный. Устанавливаем. Свои камеру. Это такая тренога, да? Да. Штатив. Поминальный, понимаю. Понимают люди все, кто ушел из жизни. Кто-то погиб, кто-то умер, кто-то... Да. Мало ли какие вопросы возникают, но все на кладбище. Так вот, за их благополучие, чтобы им там день такой был хороший, как и нас вот сегодня, да? Выпьем, не сука, за них, за здоровье, да. Потому что всех есть. У меня родители умерли, каждый, по-моему, здесь коснулось да. всех. Все. Пусть нас ждут. Да. Спокойно. Да, пусть им земля будет пухом. Пусть пока не ждут. Пусть подольше подождут. Да. Только это другой попозже, вопрос. Как Пугачёва, да? Да, упокоение. Да. В следующем году, конечно, очень много, да, увеличится. Вот такой. I will. Это костный гость вот это сейчас. Плюс столько... Правый раз собираешь людей много. Я. Горе столько. Так, эти, как их? Редисочки, гляньте, тоже всем хоть возьмут. I don't know why I remember that. We all remember. We hated each other when we were me and you would fight. It was psychological warfare all the time. It was never hands, it was always like, it, like always be like that emotional. Yeah, her, it was physical, but with me, it was all the mind. Always. And I met her, we used to fight. Точно на Стефанию похожа, но ты такая была мала. Ну, улыбается, нет. Улыбается, нет, да? На папу похожа. Да? Улыбается, на тебя нет. Так еще... Ну, ты мне... Поставьте... Поставьте 20 детей, и я скажу, что это твоя, потому что на тебя похожа. Ну, да. В детстве. Похожа она на тебя, Стефа. Ну, а одна больше папы. Ну да, что-то есть и папины, мамы поменяются дети. Ну, на Стефани она похожа. Да. На Стефани очень сильно похожа. Я говорю, что похожа, когда не улыбается. На бабушку, на нас. Когда улыбается, нет. Кстати, да. Людкина тоже похожа на вас. Да, Людкина сильно похожа. Людкина девочка, на вас, на всех, на Белоусову похожа. Раньше как-то на него была, а сейчас на нас сильно, на Люду сильно, на маму похожа. А это на Пашу похожа, на Стефу похожа. А, на маму на Адю похожа. Ой-ой-ой-ой-ой. Она не переворачивать не может. Потому что она сосет через она трубочку. Любит, да. Она так не может. Да. Все, пока не прикончит, она не отойдет. Не, не может. Ля, чуть-чуть. Все. Молодец. Отпилайся. Деда напоил тебя, да? И песни петь. Давай. И танцевать. Не сладкое. Марк. Хороший сладкий. Сушенька. Ух ты. На тарелочку. О. Блин, ты делал? Смотри. Они 6 долларов. Чем складем? Дешево, дешево в этом году. Может, от Флориды, Паша, не? Да, Флориды. Я уже брал в этом. А, спасибо. Сейчас Валди по 4. Ну, меньше, да. Ну, ты себе скушаешь? Да. Держись.
Хорошая. А раньше такие сейчас вкусненькие. Такие косточки были. Полный рот костей. Вот так. Хорошо. Выжили, не умерли, да? А есть некоторые прям с косточками едят. Ели и ничего. В туалеты не ходили. Один стоит в грузовом отсеке, ага, а другой скидает с улицы. И венло, оно в сетках, давай, все. И ложат. Ой. Полный самолет дынь. Ага. Ничего, дядька. Надо сегодня сбудить сюда. Виноград, дынь. So much sweets. Вот это too much. Это она. Все, наверное, не надо. Три торта. Да. Понятно. Надо открыть. И что, мы будем начинать? Ну, надо будем есть. Поставь, да? Дедушка из дома поесть. Надо торт или да. Салат с этого. То помидоры, огурцы там. Я же кажу, оце 20 с чем-то долларов, и ото 20 с чем-то. Ну, так, за счет этого дорогого. Это как, за счет чего, видишь? Это как тарт, деда. Малина всегда это дорогая. Это вкусно, это там фрукты не стоят дома. How do you say tart in Russian? Я не знаю. Мне на 20 же долларов. Ну, тогда все вместе, упаковка, думаешь, что сказать? Работа. Сейчас мы порежем все. Его даже жалко трогать. Сейчас, только сиденький. Ага. Каждого по кругу пустить вот так вот, да? No, I bought that. Как индейцы. А это что, давай снимем. О, this is really cool. Потому что она like refreshing. Ты его сама, ты сама делала? No, I bought this one. А, купила, да? Да. Listen, this was short notice. This is marcher. Это вкуснее. Сейчас я его У машине, ага, ля спит. Вырубила, ля. Голову опустила. Заснула. Дети. А это что-то вот это? Бисквит, видишь, белки. Вот это вот, вот это что? Ложки, вилки, мама. Да? А, да, да. Ты даже не знаешь. То, чем есты. То, чем есты торт. Да, давай я вот и порежу. Вот я так ее добавлю. Анна, держи. Оценка. Жалко, держи. Написано размер large, представляешь, на упаковке. Вот. Это где девочка, наверное, тоже. Ага, 27-то стоит. А какая тебе разница стоит? Что, будем это тоже резать? А что? А куда их девать? Завтра поедем на чай лучше. Мы не поедим, пока. Понимаешь, сейчас. Ну, я не знаю, конечно. Давай вот тут сначала определимся. Ну, давай. Много, пока не будем что, трогать. Так что вот завтра приезжайте, как хорошая. Хотите. Кофе сделаем, чай сделаем. Па, завтра пить. Я буду отдыхать. Завтра, да, мы тоже. Мы до Людки идем. Все расписано уже. По дням все расписано, по часам. Так что... Ну, я-то по-любому приеду. А как это я вписался в графике? Ну, это вот. Было очень хорошо. Да. Знаете, кто может? Да. Вот Оксана с Сережей приедет. Мы можем, мы можем в обед приехать, потому что нам вечером. А, конечно. Приезжайте и с утра приезжайте, и в обед приезжайте. Когда хотите. Занимаю, вроде просто. Нет, вроде да. Так мы поедем надо тогда. Надо его запить, надо его попить. Вас это на обед тогда, да? На ланч? На 12, наверное, да? 12. Можно и 12 приехать. Да, 12. Чай приезжайте. Тогда я до 10 часов. Когда я сплю до 10. Тебе что не дали? А дома брекфаст, надо кофе. Я до 10, я тут стою 5 часов тут. Неудобно сидеть. Это я там сплю до 10. Я хочу отбрекфаст. Аня, мне еще нравятся вот такие вот они, как не тарт, а вот эти, как они такие выпеченные. На тебе тарелки, Аня. Аня, тебе дать... Кого-то? Телефон. Зачем? А там же этот есть калькулятор. No. Деда. Потом еще все наши, чем меньше. Где?
старшая. Маша не хорошая девочка. Это Да ладно. Саса. Собрала Саса. Ну, дай мне все вилки сюда. Я их буду просто брать и ложить. Иди, иди, иди. Ты дедушке тут все ложить будешь, что я бабушке. Ну это много, конечно, мне попробовать только надо. Ма, ну очень легкая. Это легкая. Лучше, лучше не пробуй. Это все легкое. Бо понравится. Будешь по 5 раз пробовать. Один раз попробовать надо. Они сейчас рулят, да? Тебе его отнести. Давай, Танка, я тебе дам, а ты будешь. Баба, будешь пробовать доедать мои. Как жарко, да? Ой, я же хотела воды холодной. А чтоб тебе меньше разве? Я сейчас встану. Не, ну я могу тебе так отделить половинку. Ну чем делить? Дели. От солнца. Да, вот этот торт пока, да, его нужно холодильник. Сейчас пока поставить. Сюда его просто. Да. Дели. Все. Иду. Ага. Редмонд вообще хороший свой. Редмонд и Сабель. Да? Ну там цены, блин, на эти бэджи. Даже, а я тебе перенажу. Нет. So good, Аня. It's so good, Аня. После того я вообще ничего больше не ем. И вилку положи, тебе он есть вилка. Это кому? Это мне? Давай, мне спасибо, зайка. А Марик, вы еще теперь? А всем на сухой party. До второй трое. Я уже взяла. До второй трое. Мама, папа. Я Марик. Я сейчас пополам с мамой. Ну, я возьму мой. No, it's okay. No, не надо. Ну что ты переживаешь? Я так вообще один съем вот этот исход. Ну, сейчас все нормально. А что ты большой Оксане не положил? Зачем? Я клубник, потом. Клубник. Давай я потом. Ешь сейчас, потом не буду. Держи, да. Не называй Хомка, да? Это я. Да. Ты эти хлопцы не натуру, да? Потому что сказали шкуру. Скара, идем. Сережа. А мне не надо, мне вот этот большой не даешь. Ой. Мам, выкинула? Да, сейчас на озеро, да. Да, я говорю, хорошо бы поехать было бы на озеро, где-нибудь под шедом этим сесть. Да. Где-нибудь первые пляжики первые. Там они близко возле озера, хорошо. Обычно наша традиция на озеро ехать. Это первый день, когда мы едем на озеро. Большой садится, да? Прям сюда хочешь, да? Да. Так прямо в неё. Нумерия. Нумерия. Нет, Нумерия, но... Руслан. На озеро. Я ездил на озеро вот пару дней назад. За песком ездил. Взял песка. В нету вода сошла, там где маячок. Так только, конечно, водичка плещется возле... возле тротуарчиков. Но там, где вот маячок, где вот паркуются лодки, уже нет, уже сухо, все нормально, да. Вот. Но пляжи грязные, пляжи нечищенные. Много этих всех бревен, палок, все нечищено. Будет ли оно чищено, не будет, потому что нужно собирать. Людей собирать надо, волонтеры должны ходить. Дело в том, что нельзя сейчас толпу собирать. Дело в том, что они их вообще могут не почистить, ничего. Вот в чем проблема. Твой стаканчик на воде. Вот. Это? Да. Нет, это мой. Это твой? Да. Дай Марику. Ага, я сейчас Марику не буду. Я дать тебе, ты будешь воду? А я у нас нету воды. Налила. А, окей. На траву налила ему. Я уже развиваюсь.